Спишь? Ну, спи. Никогда такого не видел. Ташин Вернер, вот эти штучки нагреваются, ложатся в карман и 15 минут оптимально греют. Вообще прикол, вообще, чего только не делали, боже мой, это вообще... Так, вот такая вот, как вышивка.
тарелки. Итальянские. Да, чего только нету. Синее стекло. Все досточки. Was kostet diese Puppe? 8 Euro. 8 Euro. Welche Herstellung ist das? Wissen Sie nicht? Bitte? Welche Firma ist das? Oh, das wissen Sie nicht. Deutsche oder? Ne, oder wissen Sie ja, nicht? Ja, das muss eigentlich Deutsche sein. Deutsche, ja. Krassiv. Porzellan. Porzellan. Ja, 8 Euro. Krassiv. Да, порцелан. Wie alt ist die, diese? Wie alt? Was kostet die? 40, 50er Jahre. 40er, 50er, ja, meine ich. Das ist 40er, 50er Jahre. Классная цифра. 8 Euro, вообще, это недорого. Ja. Видела там кукла 40-х годов, да? Нет. Большая. Нет. Я еще не видела. Я еще, наверное, туда не дошла. Ага. Тут темно, но камера все равно снимает. Неплохое. Местечко неплохое, да?
Есть интересная такая кукла, прикольная. О. Чего только нет. Вот там музыка орала, буду, конечно, вырезать, ставить музыку. Кукла прикольная. Тут кукол, конечно, масса, да? Такие уточки. Карнавальное стекло. Просто интересно, сколько я возьму. И толстючее такое, слушай. У нас же золотое есть, да? Но такого не... такая есть у нас. Вот, да, вот это поменьше, чем, по-моему, у меня. Да? Но я не знаю, сколько она за нее хочет, интересно. Сейчас она с мужиком поговорит. Вот оно, карнавальное стекло. Нам den ganzen Karton mit. Was kostet diese Schale bei Ihnen? Kostet 2 Euro. Machen wir 1 Euro vielleicht? Na, für 1 Euro kaufe ich da drinnen nichts. Auch 2 Euro. Ich möchte draußen sehen, was, ob die Harzspuren hat oder. 2 Euro хочет. Не знаю, не знаю. Ну это недорого, в принципе. Это недорого. Ну посмотрим. Тетушка жесткая такая. Давай. И вот, кстати, красивая штучка. Но очень коварна. Вот я нащупал, здесь отбито. Это очень редкая зеленого цвета хрусталь, но отбита. Вот так человек не видит. И вот раз-раз и все. Я говорю, как коварно. Я же смотрел, видишь, красиво, да? Но отбита. Как еще вот прикинь, я вот. Очень коварно. Сейчас я все фигурки сниму, еще поближе. Сейчас по этому ряду продвинусь. А тут столько мелочей, знаешь, неохота. Я уже gesehen. Ich war vorhin da schon drin, ne? Я бы здесь уже обшал. Ручная работа, да? А чего ты взяла? А написано вот на золотой этой. Хандарбайт. Aufkleber. Угу, красиво. Да. Красиво. Так, на ту сторону пойду. Да. Да никто особо же не задумывается. Да. Чего только нет. А кукол сколько? Вот чашечки старые. Красивые, смотрите, какие красивые чашки.
Легкие, вообще в руках не чувствую. Die kosten 2 Euro. Eins. Das ist Marmor. Das ist ein Stein. Lass mich runterfallen, sonst ist er kaputt. 3 Euro. Was kostet Schmuckkassen? Er kostet 8 Euro. 8 Euro. Ясно. Und nicht gekauft. Nee, ich finde das noch nicht dabei. Ich bin leider hier.